Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Армию Клонов. Так, что бы нам поиграть, в историю или в челлендж? Может быть, попробовать здесь? А мультиплеер? Кстати, ни разу не играл в мультиплеере. Ё-моё. Это чья база? Врага? Или моя? Так, показывают нам слоты какие-то. Так, мы можем, ну, поставить сюда, да? Хм. Ну, например, скин. Так, сюда. Ага. Кого мы сюда поставим с тобой, да, получается? Показывают, поставьте лучше Брут. Ну, пускай он здесь стоит. Good. Так, теперь, типа, используйте еще один слотик. МК-1 турель. Ладно, поставили. И сразу в бой. Рэй Моррисон против Эрика. Твою ж налево, у него две звезды, а у меня одна. Так. Атакуй и защищай. Ребят, извините, если я сейчас буду фейлиться, да? В первый раз играю в мультиплеер. Так, а что мы теперь должны сделать? Один из восьми, что-то, 8 попыток у нас с тобой есть, да? А выбрать я могу... Ага, хотел сказать любого, угу, конечно, любого. Ой, ну давай возьмем, наверное, с тобой сапера, брать, не брать его. Что? Я, блин, не успел. Подожди, а что же тогда это было? Мне дали... Так, вражеская... Куда ты? Он же меня сейчас... Он же меня зарубит. Офигеть! С какого перепуга, блин. Так, тут смотри, у него чувак стоит с дробашом. То есть я понял, что он делает, друзья мои. Я понял, что он сейчас делает. Давай возьмем с тобой базуку. Так, окей. Сейчас проверим наши с тобой действия. Ну, где там твой голодранец, а? Еще, блин. Давай, давай. Есть. Так, двоих мы уничтожили. Так, нам будет с тобой, наверное, проще пробить эту баррикаду с помощью... Во! А что это он... А, отстрелял, да, свое? Так, предположим, мы стоим, ребят, не двигаемся. Потихонечку с тобой продвигаемся. Кого он сейчас на меня отправит? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, турель! А как быть? Я, кажется, ребята, знаю, как быть. Ну-ка. Есть контакт. Ну, меня, правда, подбили тоже. Окей. Так, еще 5 попыток у нас с тобой. Смотри-ка, я могу взять рейнджера. Джип. Ты прикинь, если мы на джипе с тобой поедем? Это будет, наверное, прикольно. Брют, 1400. Слушай, а может быть, нам пока с тобой не тратиться слишком сильно, а просто взять, например, гренадира. Да блин, опять я не успел выбрать. Тут время идет, оказывается. Так, ладно, вот он я, ребята. Погнали, почесали, так сказать. Ну, давай, 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 иди сюда. Дыдыч, готов. Ну, да... Молодец, красавчик, уничтожил его. Так, теперь эту уничтожай мне. Вот так. Он доплился там. Сейчас будет турель. Мы, наверное, с тобой не будем ничего здесь делать. Просто вот тут постоим. Ты уничтожать его будешь? Что ты делаешь-то? Блин, меня турелью прикрыло, прикинь. Че он прыгает? А, ну понятно, он что прыгает. Он хочет сейчас... Он даже не бомбанул. Откуда вот этот голодранец взялся? Объясни-ка мне, второго уровня. Стрелок, а? Ну, охламонище. Так, по нему, наверное, плачет, ребята. Вот кто такой Брут? Я не знаю, давай проверим. Кто? Он, наверное, медлительный, но... О, друзья мои. Ну, правда, у него дальность атаки. Так, у него еще и перегрев идет, оказывается, стволов. Ты стрелять-то будешь? Эй! А че он... Ты что делаешь-то? Ты стреляй давай, блин. Понял я, короче, друзья мои. У него очень долго оставались стволы, но он 5 уровня. И он очень жирный, как я могу понимать. Так, постоим здесь, отдохнем чуть-чуть. Стволы наши... Тут еще и время. Ребята, тут еще время, оказывается, есть. Турель, ты мне ничего, наверное, не сделаешь. Окей, а вот и базеночка. Ну? Да какого лешего ты... Ты серьезно? Давай, Рычик, давай, давай. Есть, друзья мои.
первая моя победа в мультиплеере. Первая. Так. Ну, я не понял, что я получил за это. В плане. Так, мы продолжаем, что ли, битву? Или что? Или теперь я с другой стороны буду? Секунду. Четыре всего лишь боя? Ну, давай я возьму автоматчика. Теперь я с этой стороны, ё-моё. Так, у нас тут турель пока... А, все, ребята, я понял. Вначале мы с тобой должны атаковать. Куда, куда он побежал-то? Чё происходит? Я, честно говоря, ничего не могу понять, что происходит. Что-то не то мы делаем с тобой или чё? Две попытки у нас всего с тобой остается. Друзья мои, что за фигня происходит, а? Объясни-ка мне на милость. Что я должен сделать здесь? Ну, минута, я... Время-то идет. Может быть, мы должны стоять здесь, на этой территории, никуда не уходить? Не заходить за территорию? Точно, друзья мои. Или что? Слушай, написано, я уничтожил всех. Там было русским языком написано, ты уничтожил всех противников. Ну ладно, давай еще пойдем. То есть мне в любом случае, да, нужно с тобой провести 4 боя. Он строчит. Стоим здесь дальше. Ну, смотрим. Минус. Я побежал. Нет, никуда не побежал. Убили. Ну все, ребята, ликвидировали. Только не говорите, что я проиграл. Тыдыч. Отлично. Вот она, оказывается, моя первая победа. А то, что было до этого, это так. Но Смотри-ка, мы с тобой получаем очки. Рейтинг 100. И что мне... Ох, спасибо. Вот, оказывается, где можно получать капсулы. Хм. Так, кликни, говорит, сюда. И что? 3 часа. Хотя тут 23 монеты потратить. Хорошо, тратим. Что же я, ребята, здесь получу? Опачки. Так, 87 ДНК. Солидно. Ух ты, сандбакс. Хм, такого не было у меня. Сэпер был. А здесь брут. Блин. Слушай, ну прикольно. Слушай, а можно еще поиграть, а? И мне понравилось. Сервер коннектится. Слушай, мне понравилось, серьезно тебе говорю. Так, кто же против меня сейчас будет выступать, а? Ну-ка давай, я жду. Только не надо, ребята, пасовать. Не бойтесь, я добрый, я просто немножко постреляю в вас и все. Чего-то, ребята, я не могу найти себе оппонента. А может быть вот здесь поиграть? Так, атака. Ой-ой-ой-ой-ой, да ну. Как я буду 6-го уровня чувака вот этого пробивать? Взял, блин, на свою голову. Он меня сейчас разнесет в хлам. Согласись. Если только мне не поможет здесь базука. А как он мне поможет? Издалека его буду бомбить. Ну, давай проверим. Давай при 2-го уровня, блин. Ну-ка. Эть. А у нас еще и недолет с тобой. Я хоть попал по нему? Так, пускай у него перегрев будет. Отлично, поехали. Так, раз. Он сейчас охладится. Он охладился, друзья мои. Так, а этого... Воу. Стопы, парень. Блин, ну зачем? Ну, он меня обманул сейчас. Попробуем. Так. Так, не уничтожай, просто не уничтожай мне базу. Хлыщ. Так, 6 секунд. Блин, я могу, ребята, профейлиться. Так, этот готов стрелять, он стреляет. Все, да? Время кончилось, типа. Ладно, друзья мои, время кончилось. Я понял прекрасно все. Снайпера возьму на этот раз. Будем бомбить из винтовки. Так, как раз он издалека бомбит, да? Нам должно хватить. Раз. Что? Ты серьезно? А, ну мы 2-го уровня, друзья мои, понятно. Блин, сейчас этот же придет, пугало огородное, да, с щитом. Так, ну,
Пистолет остался только. А вот чувак с щит... Два идут. Два чудика с щитом. Ну ладно, попробуем с ними справиться здесь. Ну с шибанит еще есть контакт. Так, уходим. Ну, есть. Так, я погнал дальше. Куда дальше-то? 14 секунд у нас с тобой. Сейчас этот начнет бомбить. Ну давай свой перегрев. Перегрев есть. Интересно, мы сможем его? Успеем расстрелять? Нет, наверное, не успеем. Блин, время кончается. Куда поскакал-то кузнечик? Слушай, снайпер так себе. Мне кажется, все-таки тут лучше было бы брать вот этого автоматчика. Блин, а нам же еще там турель надо уничтожать, так ведь? Именно так. Начал тут бомбить. Ну давай свой перегрев, все, поехали. Давай, ушатывай. Ушатал, называется, офигеть. А он там, смотри, только и клепает этих защитников. Слушай, а что будет интересно, если мы с тобой, например, на атаке проиграем, а на защите выиграем, а? Как это изменит? И что, мы должны с тобой здесь стоять и время ждать? Так у меня же все померли уже. Друзья мои, ну это как-то... Он что-то тупит, стоит здесь, прыгает, нафига он это делает? С одной стороны, это хорошо, мы его можем здесь раскручить. Но вот турель, которая тут стоит. Ага, пошло время. То есть в любом случае нам приходится ждать время. Значит, друзья мои, не стоит идти, как говорится, на смерть. Просто отбиваться. Я, наверное, возьму еще одного. А где он у нас? Опачки, тихо. Рейнджер. Давай возьмем рейнджер с тобой. Насколько он хорош, я уже и забыл. Хорош парень. Так, этот сейчас начнет стрелять. Отойдем. Пускай он перегреется тут. Ему сейчас быстренько тут забомбим. Так, отойдем. Куда? Опять он бомбит. Нет, ну с какого, блин, перепуга и вы-то идете сюда, эй. Блин. Совсем все не так, как я хотел. Ну, есть. Сколько еще? 40 секунд, да, ребят? Готов. Так, смотрим, где там чувак с перегревом. Сейчас мы его все-таки выведем на чистую воду. Пускай строчит. Он не попадает. А теперь моя очередь. Раз. Два-с. Так, у него здесь еще чувак один. Защитник где-то должен ползать. А, он там у стеночки трется, да? О, турель забыл. Есть турелька, готова. Хе-хе-хе-хе. Давай, Рей, должен успеть. Ну, последний выстрел. Yes, of course. Друзья мои, мы здесь с вами забомбили. Это казуалка у нас, это... Что? Это была тренировка, блин. Зашибись, это была у нас тренировка, оказывается. А на боевке я, ребята, не могу найти оппонента себе, понимаешь? Я бы и рад, но его нету. Ладно, давай попробуем еще разок, может быть, найдется. Опачки. Друзья мои, нашелся противник. Хм. То есть я начинаю с защиты, он будет меня атаковать. Ладушки. Так, что бы нам с тобой здесь взять? Ну, я, наверное, возьму автоматчика. Погнали. Побежали, пока моего там этого не раскурочили. Ну, в принципе, к нему не подойдут, пока у него, да? Пушка, как говорится. Кого он там взял? О, вот кого. Ну что же, иди сюда, парень. Мы с тобой сейчас здесь разберемся. Все, отстрелял свой парень. Давай, быстрее. Может быть, мы ему базу сразу? Какая синхронизация? Чего они там говорят? А, у него всего лишь один чувак был, да? Ладно, давай возьмем автоматчика. Погнали. Так, 50 секунд на все про все. Опять же, с тобой не будем высовываться слишком далеко. Стоим здесь. Что тут происходит? Снайпер?
Так, у него уже, друзья мои, снайпер есть. Так. Все, да? Типа отстояли. Дальше-то что нам взять? Бучера или опять стрелка? Можно взять чувака с щитом, например. Ну а почему бы и нет? Так, для прикрытия, правда, он второго уровня. Я, кстати, не посмотрел, сколько уровней у его солдат. Эть, еле прыгает. Эть, тяжело видно, правильно, с таким щитом еще и попрыгать здесь. Он будет все равно стараться нас потихоньку разобрать здесь. А будет стараться. Так, погнали. Нам нужно как можно ближе подойти к его базе и разбомбить. Я ведь правильно понимаю, так нужно делать? Или все-таки стоять на своей территории и просто ее тупо защищать? Как в тот раз мы с тобой тупо стояли и защищали ее. Но там все равно, по-моему, время на исходе, когда заканчивается, ничего от этого не меняется. Ладно, давай вот здесь вот постоим и просто постреляем. Окей. Воу-воу-воу, посмотри, какой у него... Посмотри, какой у него... Что он делает? Офигеть, блин, такой буйвол. Слушай-ка, ну тогда здесь надо брать базуку, скорее всего. Раз такой хмырь идет, крупнокалиберный, его нужно, ребят, сразу наказывать, согласись. Так, мы какого уровня с тобой? Второго. Единственное, плохо, что когда вот мои бойцы туда пробегают, как-то все сворачивается здесь на самом деле. Так, давай. Бомбим. Есть. Еще надо выстрелить. На, гаденыш. Ну что, будет еще там желающий, нет? Я стою, я жду. Окей. Так, дальше кто у нас? Все, что ли? Закончились, да, финансики наши? Так, нам еще, ребята, простоять нужно два хода. Два хода и все. Потом мы будем атаковать его. И это нужно сделать, чтобы получить капсулу забвенную. Я уже где я? А то я потерялся, четвертого уровня. Куда ты там бежишь, хлыщ? Давай, ё-моё, ты посмотри. Так. Есть контактиш. Давай. Есть. Так, сколько нам еще, ребята, надо простоять? Сейчас будет седьмая битва, ведь так? Я понимаю. Ага. Так, пиро. Давай еще возьмем автоматчика. Да, друзья мои, по-моему, это последний бой. Если я правильно могу понимать. Где я тут вот, который прыгает? А то в этой куче можно запутаться легко и просто. Единственное, что я не посмотрел, что такое джип. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош, родные мои. Успокоились быстренько. Он, смотри, откуда он таких амбалов? Может быть, второго уровня? Где он так их прокачал замечательно, а? Скажи-ка мне на милость. Все? Это был последний бой или нет? Или сейчас будет последний? Да, друзья мои, вот только сейчас будет последний. Ну что же, беру автоматчиков. Погнали. Все, это последний бой. Я думаю, надеюсь, что он не пробьет. Хотя, кто его знает, как там получится. Где я? А, где? Вот он я, да? Главное, ребята... Не сфейлить. Давай. Тут шансов, по-моему, у них нету. Они делают прыжки нелепые. Он думает, что это их спасет. Но, мне кажется, не спасет. Йо-хоу, выиграли. Ну, по крайней мере, защиту мы с тобой выиграли. Теперь надо нам... Тыч. Теперь надо нападение, да? Мы меняемся местами. Теперь я должен его пробить. Но, судя по тому, каких он орлов здесь выставляет... Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Ё-моё, ты посмотри. Вот это все я должен пройти. Там у него снайпер стоит, да? Так. Кого взять-то? Блин, 13 секунд на выбор. Не медика, давай базуку возьму. С базукой пойдем. Ох, и друзья мои, не знаю, как нам против снайпера здесь быть. Ну-ка. Есть контакт. Ну вот куда ты бежишь, а? В плане? В плане он выжил. Есть.
Так, ну этого мы подбиваем. Вот этот вот меня ханурик бесит. Мелкий чепушила. У нас всего лишь 25 монеток. А, нет, 500. 500. Ну, на 500 это еще хорошо. Ребята, я могу взять снайпера. Нет, лучше возьму гренадира. Так, давай попробуем. Так, ну, во-первых, должен... С базукой, да? Отлично, у него получилось. Йо-хоу, да почему он выживает-то? Объясни-ка мне на милость. Куда ты, гад, строчишь, а? Да ну! Твою налево, что, что вот это за параша тут стоит, а? Объясни-ка мне на милость. Для чего она там нужна? Снайпер, снайпер, снайпер. Так, у него стоит там... Ну да, чувак стоит нехилый, да? Бомбит. Что-то мне кажется, что здесь я не смогу пройти. Что-то мне это подсказывает. Поехали. В плане. Подожди, а почему? Господи, я не ту кнопку жму. Пострелять захотел. Ну? Да ты достал, чепушило этот, блин, а? Так, я сейчас такого же возьму и начну колбасить. Он надоел. Так, какого ты у меня уровня? Второго. Окей. Сейчас мы погуляем с тобой. Да, против гранатометчиков, конечно, это да. Имба. Но мы посмотрим, как он будет со мной справляться. Так, не бежим. Чё? Зашибись, не бежим. Смотри, 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 что он там наделал. Армию себе. Ну и что мои тут сделают? Посмотрим. Окей, ну в принципе они справляются, друзья мои. В принципе. Опа, опа. Слушай, а Брут, он может ползать? Ну я имею в виду прыгать или нет? Интересно мне знать. Ну-ка. Да, он может прыгать, но это, конечно, жесткие танцы, будем честны. Опа-на. Предположим. Расколбасили, да? Ох ты, это огнемет, друзья мои. Ну? В плане, блин. Это пуха-засруха двусторонняя, оказывается, ты понял? Ну-ка, если я еще одного брут возьму. У нас с тобой два хода, ребята, два всего лишь, чтобы одолеть. Вот получится у нас или нет, сейчас будет решаться. Ну, два брута, это, в принципе, на самом деле очень круто. Два брутела. Что у нас тут получаться будет? Предположим. Так, у нас перегрев. Он отходит, он отходит. Он играет именно вот этим чуваком, видимо. Так? По-моему, так. Слушай, я не могу находиться под ней. Она меня жарит. Слушай, а что же нам тогда сделать? Рейнджера или киборга? Или гиганта? Рейнджера я, наверное, возьму. Рейнджер должен, по идее, быстрее бежать. И нам нужно огнемет этот. Блин, надо было гренадира брать. Наверное, так. Ну, сейчас посмотрим. Окей. Так, огнеметчика нафиг. Так, пускай эти идут. Я буду сзади здесь, друзья мои. Так, предположим, да? А что, одного брутала уже уничтожили? Хорош. Есть. Уничтожили, друзья мои. В плане вы рассыпались. Ну, есть. Ребята, буквально один ход оставался, и я все-таки уничтожил ему базу. Это благодаря нашему чувачку, который уничтожил его огненную турель. Она очень мощная. Слушай, нравится мне. Так, сколько у нас? 200 очков? 200. А я получу... Ох, спасибо. А реворд есть, друзья мои? Реворд. Ну что, будем его, наверное, сразу открывать, да? Не будем тут ждать с тобой 3 часа. И что у нас тут? Ага, ну-ка, медик. Ясно.
А это что еще за сентинель? Я не знаю, ребят, кто это такой. ДНК-67, а тут джетпак. Раритетный юнит. Хм, а кто же он такой, этот джетпак? Ну-ка, дай-ка я выйду. Так, шоп и апгрейд. Стена, да? 300 стоит. Так, сапер, пира, это я не хочу. У нас здесь есть прокачка. Сколько он стоит у нас? 500. 500 ДНК, офигеть. Ага, а кто же он такой? Он с щитом, я вижу, да? У него дамаг есть. Ну ладно, давай улучшим до второго уровня. Так, это снайпер, это не то. Это не то. Так, киборг, киборга не хочу, если честно. Вот кто это? Сандбак. Это мешки с песком. Все, я понял, друзья, что это такое. Вот она, да? Пушка-огнеметка. Тут есть дрон. Томагавк. Так, инкубатор. И что, инкубатор, сколько он стоит? 50. Слушай, я ему апгрейдить и апгрейдить. Только что он делает, этот инкубатор, непонятно. Не могу понять, что он делает. Может быть, он вызывает за меня юнитов. Прикинь, было бы прикольно. Может быть... Так, базука, рейнджер. Рейнджер. 150. Слушай, наверное, стоит его прокачать. Мы же им пользуемся? Пользуемся. А ты сколько стоишь? 150. Не хватает у меня ДНК на тебя. А ты? 500, блин. Где столько ДНК заработать? Что-то объясни мне, пожалуйста. Где столько можно заработать ДНК? А что за челлендж? И что тут надо делать? М? Слушай, ну Ревард подкупает. Смотри, ну это в кооперативе, да? А это в соло. Че, попробуем, друзья мои? Я хочу хотя бы в плане. Что это? Какие подписки? Что-то я не пойму. А так не... Ой, тихо, друзья мои. Так... Что это? База, еще одна база. Дальше что тут у нас? Вражеская база. 5 уровня. Чувак уже бежит, прикинь? Уже бежит на меня. То есть, а это моя база. А что же там было сзади? А, это и когда, наверное, вдвоем играешь. Здравствуйте, приплыли. Это все, что вы мне дали? Нормально, я тебе скажу. Трындец. Он меня догонит, ребята, он меня догонит. Откуда? С двух сторон. Вы че... Подожди, что за... Это что за челлендж, друзья? Я не думал, что... Что так вот должно быть все. Вот тебе и челлендж. Обалдеть. То есть они с двух сторон на меня бегут, да? Да, друзья мои, с двух сторон. Пускай у них даже уровень маленький, но они все равно бегут. Сколько я должен продержаться? Непонятно, сколько я должен продержаться, но я должен... Выжить. М-да. Инкубатору будет хана. 300, да, стоит? Но это сапер. Так, ребят, должны мы выстоять. Я не знаю, выстоять мы должны или... Победить. Базу, я имею в виду, их, его. Как тут разобраться? Что мы должны сделать? Пока не знаю, взять... Ну, так, окей, предположим. Я отбиваюсь как могу, ребят. Все. А там уже и сверху, я смотрю, бегут сапер. А зачем мне сапер? Вот объясни мне. Мне вот инженер, наверное, нужен. Хотя нафиг он мне нужен. Черт его знает. Друзья мои, не обессудьте, если я что-то неправильно делаю. Вы можете меня поправить всегда в комментариях. Вы это прекрасно знаете. Куда ты бежишь за моим прекрасным чувачком, а? Так, попадает, попадает. Нет, это не по мне он попадает. Я пойду хотя бы гляну, друзья мои, что там вообще происходит. Куда ты? Ну? А мне в любом случае не пройти, да? Здесь лазерная стена. То есть я в любом случае должен отбиваться от них. Ну а смысл тогда отбиваться от них? Сколько я должен отбиваться? Вот объясни мне. Непонятно пока мне. Так куда-то так вышел далеко-то. За границы. Может быть, даже я должен именно 2 минуты этих чистого отбивания.
А инженер, наверное, скорее всего, чинит стены. Мне кажется, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ну да, друзья мои, тут что-то как-то... Что-то как-то вот не так. Ладно, попробуем с тобой накопить на инженера и глянем, что он все-таки может делать. Одно я знаю, что туда бежать бесполезно. Там лазеры, которые тебя могут подбить. Причем вообще на изи. Ты туда не дойдешь. Выход только один. Отбиваться. Отбиваться до последнего. Тебе не показалось, что время прибавилось, нет? Или это только мне так кажется? 9 уровня, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что происходит. Этот стену мне валит. Офигеть. Джип. Ну что, ребята, посмотрим, что такое джип. Где он? Хе-хе, нифига. Давай проверим, насколько этот джип хорош. Воу-воу-воу-воу, что-то по мне стреляет. Ну-ка. Ну, видишь, я не могу простреливать. Так что, друзья мои, это вот без вариантов. Они мне сейчас базу быстрее, да, наверное, уничтожат. Хотя, подожди. Хотя, подожди, еще, как говорится, не все потеряно. Ну и куда ты, куда ты, куда ты разгон? Давай, давай. Ну, джип, слушай, джип — это мощная штука. Есть. Блин, ну мне базу бомбят, да, уже? Да, друзья мои, моя база взорвалась. Так, выберите. А что тут выбирать? Тут уже понтов-то на 3 копейки. Возьмем киборга. Слушай, время-то почему все время увеличивается, а? Ну ладно, постоим с тобой вот здесь вот. Побомбим их. Ну так прикольно сделано. Ну что, в чем суть? Так, уничтожили. Давай, 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 беги сюда. Окей. Так, джип начинает тут кататься везде. Так, я могу? Я наверх стрелять не могу, к сожалению, ребят. Так, меня вот с этой стороны, да, тогда прижучили? Да, меня с этой стороны прижучили. Так, давай вот так попробуем. Опа, а минус. Слушай, а почему-то время-то прибавляется. Я думал, что оно уменьшается, оно прибавляется. С какого, блин, перепуга оно прибавляется, эй. Этот говнюк, смотри, стреляет по базе. Сверху. Твою ж налево, он сейчас ее подбомбит. И в чем прикол? Я вот до сих пор не могу понять, в чем прикол, друзья. Серьезно тебе говорю, не могу врубиться. Что надо делать? Просто вот так вот тупо защищаться? Ну, мне кажется, это бред. Вот просто стоять и защищаться. Ну, сам видел, базу я подбить не могу. Вражескую, да? Я кое-что хочу сделать. Вот здесь вот буду стоять и отбиваться от тех стрелков, которые сюда будут забегать. Тут я уже подумал, джип вражеский едет. Нет. Ага. Что-то там. Ага. В плане. Ну ладно, пускай он там строчит. А мы сделаем сейчас немножко по-другому. Блин, да вы достали, аглоеды. Все, дострелялись? Где там? Иди сюда. Сейчас вы оба получите. Так, и ты тоже. А ты что думаешь? Все так легко и просто тебе будет. Ага. Молодец, киборг, давай крушить. Крушить, ломать. Еще один, да? А, забомбили базу. Ну что, последняя попытка, я так понимаю, 10-я, да? Сапера взять. Нет, я возьму киборга. Ну, сейчас посмотрим, если кончится. Может быть, тут лучшее время нужно продержаться там. Я не знаю, что еще тут придумать можно. Может быть, да, лучшее время нужно показать. Такой вариант тоже имеет место быть. Так, подожди-ка. Они идут всегда по низу, да? Вот он, этот аглоед. Есть контакт. Ну, что-то там. Иди сюда,
стрелочек. А, отлично. Прям, ребята, из-под тяжка, со спины. О, совсем другое дело. Так, голодранец пока там стреляет, а мы вот так сделаем. Джипарь стоит там, отбивается. Так, секунду, нам надо туда идти, потому что с той стороны... Вот-вот-вот-вот, сейчас вот здесь вот начнется расколбасня. На, получите, гаденыши. Ну? Все, что ли? Защиты больше нету? Трындец. Ребята, отбиваюсь сколько могу. На, сверху, сверху. Понятно. Комплит. И что? Что это означает? Новый рекорд. А мне что-то полагается за этот рекорд? Воу. Йоу, красота, ребята. Мне полагается. Так, шикарно. МК-2 турель. Отлично. F-150 турель, это огнемет. А здесь 136 ДНК. 5 монеточек и... стена. Слушай, ну прикольно. То есть... а сколько здесь... вот, блин, я бы хотел, ребята, в кооперативе сыграть. А вот это вот что такое? Это лучший результат, да? Судя по всему. Хм. Понятно. Так, ну у нас есть история, ребята. Я пока туда не пойду, потому что я не могу пройти вот эти два уровня. Колбасят там по чернаку, если честно. Видимо, я еще слабо прокачанный. Но обязательно пройдем. Обязательно пройдем. Но, наверное, уже в следующей серии. Что тут у нас кука какая-то горит? А, 100 ДНК мы с тобой заработали. Спасибо. А еще дадите какой-нибудь приз? Опа, еще 100 ДНК. Так. Replace. А, это если мы с тобой получим 300 рейтинг, нам с тобой дадут 10 монет. Вот так вот, ребята. Нет, нет, вру. Вру, ребята, это, скорее всего... да нет. Я думал, что сброса за 10 монет. Нет, нифига подобного. А что такое сэндбокс? Это, наверное, самому, да, делать? Карту. Ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте мы с вами закруглимся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!